1 по 11 стих. Расслабленным. Вот расслаблены, оставаясь в таком положении 38 лет, видя каждый год, как другие исцелялись, а он сам все еще одержим болезнью, однако же не падал духом и не отчаивался, хотя не только безотрадное прошедшее, но и безнадежность в будущем довольно могли поколебать его. Вот послушай, что он говорит, и пойми великость его страданий. Когда Христос сказал, хочешь ли быть здоров, он отвечал, так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмущается вода. Что может быть жалостнее этих слов? Что горестнее такого положения? Видишь ли сердце сокрушенное от положительной немощи? Видишь ли, как обуздано было в нем всякое нетерпение? И что же Христос? Показывая, что он может все сделать одним словом, он говорит, встань, возьми постель твою и ходи. Некогда думать, что этот расслабленный есть тот самый, о котором упоминается в Евангелии от Матфея. Но это не так, что ясно из многих обстоятельств. И, во-первых, из того, что при этом расслабленным не было никого из прислуживающих людей. Тот имел при себе многих людей, заботившихся о нем и носивших его, а этот никого, поэтому говорил, не имею человека. Во-вторых, из самого ответа тот ничего не говорит, а этот рассказывает все, что его касается. И в-третьих, из времени этого случая этот исцелен в праздник и в субботу, а тот в другой день. Та же место того и другого различно, тот исцелен в доме, а этот прикупили. Да и способ исцеления различен. Там Христос сказал, чадо, прощай тебе грехи твои. А здесь сначала укрепляет тело, потом уже прилагает попечение душе. Там прощение, прощаются, говорит, тебе грехи твои. А здесь увещание и угроза для предостережения его на будущее время. Не греши больше, говорит, не греши больше. Притом обвинения от иудеев различны. Здесь они осуждают делание в субботу, а там обвиняют его в богохульстве. Аминь. Аминь.